очень популярно жить на кораблях. Можно даже снять его как квартиру в аренду, просто там поселиться. И вот здесь такой обжитой кораблик, очень обжитой. Видимо, он даже особо отсюда не плавает, потому что вот даже тут поленницу сложили. И вот что интересно, у него на крыше даже солнечные батареи есть. Так что совсем автономно люди могут тут жить. Вот так. В каком замечательном месте. Вот такая красота в Оксфорде. До центра города тут буквально минут 20-30 пешком. А здесь уже совершенно дикая природа. Это вот Темза. На пути в Лондон. Вот они, корабли оксфордские. Вот тут один большущий, как фрегат, с пиратской. Оксфордские причалы в Порт Медоуз. Оксфордские причалы для кораблей в Порт Медоу. Вот они. И Темза течет. Тут поля. А вот там вот за этими тополями вдали уже Оксфорд, густонаселенный. Район Саммертаун.